Садовый переворот в Автозаводском районе. Это просто захват, варварский захват. Это мошенничество. Что-то они там какую-то шайку собрали свою, наверное, и решили, да, им эта земля нужна. Две компании, которые между собой устроят здесь Майдан. Почему же сады в черте города становятся таким лакомым куском, за который разгораются настоящие войны? Об этом и не только. Сегодня в 7 вечера.